Hyundai Elantra 16 года. Приехала к нам на ТО на замену масла. Также клиент попросил проинспектировать, что творится у данного двигателя в цилиндрах. Пробег автомобиля составляет 133 737 километров. Двигатель G4FG. По двигателю никаких проблем и замечаний у клиента нету. Расход масла минимальный, практически его нет от залива до залива. Работает мотор также отлично. Сейчас заведем его, я продемонстрирую. Запускаем автомобиль. Автомобиль запускается только с выжатым сцеплением. Защита от дурака, чтобы автомобиль не запустился на передаче. Двигатель работает идеально, очень тихо, без каких-либо посторонних шумов. Также визуально никаких течей не наблюдается. С двигателем все в порядке, но тем не менее человек для собственного успокоения решил провести эндоскопию. Мы ему в этом поможем с удовольствием. Так как нареканий по работе двигателя нет, для оценки состояния цилиндров достаточно заглянуть в третий либо четвертый цилиндр, так как они больше всего подвержены задирам. В данном случае мы видим отличное состояние зеркала цилиндра, хон на месте, износ минимальный. Присутствуют небольшие вертикальные царапины, однако они никак не влияют на работу двигателя, и образуются они в процессе нормальной эксплуатации. Данные двигатели считаются надежными, и задиры в них образуются крайне редко. До капитального ремонта этому двигателю еще очень далеко. Конечно же, при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании.